В честь Международного дня инвалидов в Наташинском парке организовали праздничное мероприятие. В нем приняли участие семьи, в которых есть дети с особенностями развития. В Наташинском парке веселая музыка, танцы, мастер-классы и много счастливых детей. Главный слоган мероприятия – «Ты не один». Детей с ограниченными возможностями здоровья поддержало сообщество «Мама офлайн». Этим мероприятием мы хотим показать, что те, кто стал, ну, скажем так, в особенной ситуации, мы готовы поддержать, мы готовы протянуть руку. Это у нас не первое благотворительное мероприятие, где мы помогаем. Мы помогаем не только, скажем так, как морально, но и стараемся помогать материально. Организация «Мама офлайн» 8 лет занимается благотворительностью. Символом праздника стал цветик-семицветик. На его лепестках ребята писали пожелания детям с особенностями развития. Мы просто вспомнили сказку, нашу добрую русскую сказку, которая про девочку Женю, которая последний лепесточек отдала вот своему другу, который болел и не ходил. И в итоге ее желание сбылось, и он пошел. И мы тоже хотим, чтобы все детки были здоровы. Я увидела в Инстаграм рекламу, что будет праздник, зарегистрировались и пришли. Весело, красочно, понравилось. Детям подарили трафареты. Мелкому подарили пазлы, карандаши. Отлично отношусь. Будем вечером рисовать. Чтобы творить добро, не обязательно иметь волшебный цветок. Достаточно быть чутким и внимательным к окружающим. В Люберецком округе проживает более 1000 детей-инвалидов. И важно их поддерживать, чтобы знали, они не одиноки. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.